Привет, с вами Комаров, это Олег. Сейчас мы находимся на улице Семеркова, в районе 10-го дома. Вот он, домик номер 10. Какая причина-то здесь появился я? Причина, как ни странно, была Лёха. Все мы знаем, что когда покупали по 1000 рублей КАМАЗ, по 2000 рублей КАМАЗ. Сейчас песок стоит 4500 и выше. Так я, например, вот такого мнения, что если цена растет, то она должна расти не просто во благо чего-то кармана, она еще должна, как говорится, вот этой излишки прибыли приносить какую-то пользу. Я так считаю. Вот цена песка выросла. А большая часть улиц у нас песочком не посыпается. Вот здесь вот сплошной гололед. Это вот предновогоднее время. Потом, когда люди пойдут на елочки, на гуляночки, пойдут в гости, кто-то под пивком, кто-то под водочкой, будут падать. И за это как таковой ответить не будет. Будут лететь травмы и все такое. Никто в этом будет не виноват. Мы как привыкли молчать по этому поводу. Я не знаю, почему. Почему люди вот не требуют, чтобы песочком посыпали. Такая вот улица. Вчера вот, например, песочек упал где-то на воде. Школа не пошла. Как-то все наше начальство это особо не волнует. Так, так вот. Думайте сами. Посмотрите вот на лед. Это никакого катка не надо. Один сплошной лед. Здесь вообще никогда песок не посыпался. А цена машины песка от 4500. Вот так вот. Сами жители, извините меня, последний хрен доедает. Они же не в состоянии купить машины песка. Мне, например, кажется, это очень плохо. Почему наша администрация позволяет задирать цены за песок, а вот посыпать улицы, чтобы люди не падали. Вот, честно говоря, я сейчас здесь в любой момент могу упасть, разбиться, биться, катиться, и даже галош целых не останется. Так что вот так вот. Вот такое вот мое мнение по поводу гололеда в этом году. Снега во. Мы уже думаем, когда картошку начнем сажать. То ли до Нового года, то ли после Нового года. Так что вот так вот. Посмотрите еще раз на эту улицу, улица Свердлова. Ни одного островочка песка. Никому это нахрен не надо. И это не только улица Свердлова. Таких улиц Бушмакова валом. Это улица Гоголя, улица Новая. Улица Белинская и еще много-много-много всяких таких улиц. Я надеюсь, на это видео наша администрация обратит внимание и сделают все по-человечески, чтобы люди действительно встретили Новый год радости и счастья без этого катка. Все, спасибо, до свидания.